Россия не готова обсуждать пересмотр соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на московской конференции по ядерному нераспространению. Он подчеркнул, что в Москве не сомневается в выполнении Тегераном своих обязательств. По мнению дипломата, США используют иранский вопрос в своих внутриполитических процессах. Рябков также добавил, что Москва исключает любую возможность восстановления санкций ООН в отношении Исламской Республики. Напомню, в июле 2015 года Иран и шестерка посредников – Китай, Великобритания, Германия, Россия, США и Франция – достигли соглашения по иранскому атому. Сделка подразумевает снятие международных санкций в отношении Тегерана в ответ на поэтапное сворачивание ядерной программы. В августе МАГАТЭ подтвердила соблюдение Исламской Республикой положений плана, однако президент США на прошлой неделе заявил об отказе сделать это. Он изложил новую стратегию в отношении Тегерана, согласно которой Вашингтон будет добиваться внесения изменений в сделку и противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана.